весь мир хочет получить ответ на один вопрос. Зачем я напал на Америку? Более 100 лет Соединенные Штаты держали весь мир в состоянии войны. Снова и снова мы наблюдали катастрофические последствия этой агрессии. Эти войны не принесли мира, они принесли только новые войны. США вели себя так, поскольку у них были самые крепкие в мире кулаки. Все, хватит. Это не начало войны, это конец всех войн. После Сан-Франциско весь свободный мир обратился против Атласа. Айронс окопался в своей штаб-квартире в Нью-Багдаде. Все контакты прекратились. Обе стороны знали, что теперь будет. Мы должны были прилететь вместе с 37-м десантным полком в самом начале, на стадии шок и трепет. Затем отделиться, проникнуть в командный центр Атласа и убрать Айронса. Для Кормака это было именно тем, к чему он шел. Он ждал этого дня 5 лет. Планы поменялись. Зайдете с северо-востока. Будете прикрывать наших, когда они начнут атаковать цель. Есть цель. Мне даете что попроще? Простых вариантов тут нет. Не хочу выкладывать все карты на стол. У нас только один шанс достать этого ублюдка. Это все, что нужно. Я знаю. Просто выживи. Ты еще блеснешь на суде в Гааге, когда мы его туда притащим. Жду, не дождусь. Ладно, удачи. Больше говорить было не о чем. Мы знали, что надо делать. Это было началом конца для одного из нас. Да, больше говорить не о чем, ребят. Это начало конца, и либо мы, либо нас. Полный газ, Новый Багдад, Ирак, 8 января 61 года. Тип скелета штурмовой, прыжки, акустика и кошечка, наконец-то. Раш 2-1 подходит к БТР. Ромео Виктор 0, высота 5000 футов. Вас понял. Отсюда до Нью-Багдада идите на Бреющем. Кингпин, конец связи. Страж в воздухе. Подлетаю. Стреляй во всех, кто без маячка стража. Воу, мы на самолете. Так, вы можете инициировать управление полетом меню настройки. Спасибо. Так, разберемся. Так, пробел — это у нас ускорение. Воздушный тормоз. Хорошо. Вау, это было близко. Как мы задели. Надо уворачиваться как-то. Вау! Вау, это было. Это было супер близко. Стреляют, надо ускориться. Довольно много техники мы уничтожили, кстати говоря. Они там стреляют, надо ускориться. Раих я вынес сразу же. Так, а куда здесь? Налево, что ли? Воу-воу-воу, фига себе. Твою мать, как это было очень близко. Блин. Это задание. Диспетчер, это страшно, Леонид. Приближаюсь к Нью-Багдаду. Понял, 0-1. Вражеские ПВО через 1.5 клика. Начинаю сброс. Автопилот запущен. Капсула сброшена. 1000
Держите 200 метров до цели. Глушу систему. Переключаюсь в режим невидимки. Все понял, 01. Вы пропали с радаров. 2-1. Мы заходим с азимута 315 на высоте 12400 футов в 2 морских милях от цели. Прием. Соединяю дисплей с боевой сетью. Наша главная цель — КП Атласа. Айронс прячется там и ведет свою войну оттуда. Вокруг города стоит несколько ракетных турелей. Это их ПВО. Если мы хотим добраться до КП, придется их вынести. Дистанция до цели 200 метров. Отключите экраны. Приготовьтесь к посадке. Так, тут еще одна загрузка. Это та же миссия, ребята, не другая. Посмотрим. Сейчас мы, судя по всему, будем приземляться. И наша цель — это КП. Где засел паскуда Айронс? Держитесь крепче. Жесткое приземление. Тормозные двигатели. Да, вот это настоящая война будущего. Вперед! Теперь нам дают максимум подвижности, ребята. Мы можем использовать кошку. Так, наша цель. Давайте обойдем со стороны. Так, их тут очень много. Ах вы, суки. Надо дождаться. Вот так вот прожмем. Сейчас все будет, подожди. Так, а как ее уничтожить? Главное, с чего? Мы не наносим урона. Так, надо сверху осмотреться. Так, ага, я понял, надо залезть внутрь. Сейчас, подождите. Мне, твою мать, стреляют со всех сторон. Надо отсидеться. А, вот откуда они стреляли, суки. Смотрите, он в воздухе завис. Так, все, мы тут. А ну иди сюда, тварь. Так, теперь одна турель за нами. Так, кто там по нам стреляет, я не понял. Чё, охренели что ли? Так, отсюда интересно, я могу эту турель уничтожить? Нет, не попадем мы. Надо залезть наверх будет. Хорошо. Ну, одна турель за нами, одну мы уничтожили. Так, тут вроде никого нет. Это радует. Иди ко мне, тварь. Так, ну что, захватили мы турели. Теперь нам нужно перегруппироваться.
Так. Вот дерьмо, блин, я бы засел бы в турельку и уничтожил бы их. Может быть, так реально сделать? Вперед, вперед! Так, можно, можно? Да, можно. Это будет самый простой вариант. Так. Там была надпись, я не прочитал, что она значит, а выйти. Так, один мы уничтожили. Вперед, вперед! Почему у меня женский голос? Что за дерьмо? Так, кого там еще уничтожить? Ага, третий. Ну, того мы придется убивать его с помощью Эми. Гранат. Так, ладно, пора вылазить. Вперед, вперед! Как же классно сделали вот это вот передвижение с кошкой. Вот это уже настоящее прохождение колды. Очень интересно. Так, мне нужны эмигранаты в первую очередь. Мне их нет, твою мать. А, это Илона нам говорила все время. И почему она говорила это все время рядом с нами? На, гранатку! Так, какие у меня вообще есть с собой? Контакты, оскол и смарт. Твою мать, подо мной граната! Неужели я умру? А, нет, живой. Вау, посмотрите, я просто выдернул его. Так, мне нужен стингер. Пошел, пошел! Митчел, я тебя прикрою, бери стингер! Да ты хреново меня прикрываешь, я знаю ваше прикрытие. Мать ваша. Бегу, 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 бегу! Дроны! Еще и дроны, твою мать! Какие-то новые шарики. Что они творят? Это же биооружие! Твою мать! Он это сделал! Мать твою, это сделал! Что случилось? Нокс ранен. Нужен медицинский транспорт. Немедленно! Нет. Это Мантикора. Все, он труп. Выводите всех отсюда! На нас не подействовал, потому что мы раньше были в Атласе. Вот это жесть. Почему нас не затронуло? Айронс все учел. Для них это безопасно. Видимо, нам сделали прививки. Ответный огонь! Охренеть. Граждане Нью-Багдада, крепитесь. Победа близка. Оглянитесь, и вы увидите, как наши враги падают один за другим. Каждый из вас может стать тем, кто изменит мир. Да, у нас будут потери, у нас будут неудачи, но не сомневайтесь, мы победим. Вы хотите спокойной жизни? Она скоро настанет. Но для этого мы должны быть готовы драться за нее. Драться. Обычно написано «задание выполнено», но тут написано было «задание провалено» в конце.
Хотя тут здесь опять выполнено. Айронс выпустил вирус Мантикора против армии США. Вы, бывший член Атласа, оказались устойчивы к вирусу, но ваш отряд был захвачен. Да, мы попали в плен, и что же будет дальше? Неизвестно. Вы это увидите в следующем выпуске. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Добавляйтесь в vk.com/RizanX, чтобы быть в курсе всех летсплеев. Ну и увидимся совсем скоро, ребята. Всем пока.